Всем привет, с вами Жора. В этом видео хочу вам показать, как мои банановые растения росли здесь в открытом грунте. Я делал одно видео, когда я пересадил их в открытом грунте в начале лета. Это было недавно, время летит быстро. Так что в этом видео я вам покажу, как они росли. Ну, посмотреть, как он сейчас выглядит. На зиму я буду обратно в дом его посадить в горшок. А сейчас, смотри, вот такой прекрасный лист, новенький. Вот смотрите, какой цвет красивый тут от солнца. Здесь в Молдове лето жарко и растет хорошо. Здесь есть все, что надо. Вот помните, когда я пересадил этот банан в открытом грунте, я показал вам один отросток, он был маленький-маленький. А вот он, как он вырос все эти месяца, очень резко. Вот. Какой красный лист. Вообще классно. Также были здесь отростки, я вытащил их, посадил отдельно. Я вам покажу. И я посадил два банановые дерева. Это первый. Пойдем на второй. Он там лежит. Это не очень, как первый, но по-любому красивый. Не скажешь, что некрасивый. Просто прелесть, не знаю. По сравнению с первым, послабее, ну по-любому. О, смотрите, какой красивый лист. Здесь вижу, что растет новый лист, а здесь высыхает. А здесь, посмотрите, сколько отросток. Был один вот такого размера. А вот, смотрите, здесь один, еще один здесь и один еще здесь. Это хорошо. Он не очень хорошо растет, но дает отростки многие. Один отросток здесь посадил. Будем видеть. Один здесь и уже начал расти. И еще один здесь, но не начал расти еще. Листья желтели, высыхали. Вот три листья высыхали. Будем надеяться, что будет расти дальше. Ну что осталось? Осталось и 2 месяца, и конец, будет холодно. Так что не знаю. На сегодня все. Не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. И желаю вам хорошего дня. Пока.